ولقد كرمنا بني. Ника приехала к нам сегодня в ремонт, и у нее есть вот такое вот повреждение. Вроде повреждение как бы небольшое, но есть такое колотое немного дно, где-то было ударено каким-то острым предметом. Скорее всего, я думаю, может парковочной дверькой или еще чем-то. Ну, как бы сразу с виду она по фотографии была такая незначительная, но над ней надо поработать, то есть попытаться до нее добраться и аккуратно сделать, потому что дно у нее есть острое, все-таки видно, просматривается. Ну, начнем делать, а там посмотрим, что с этого получится. То есть можно сделать... Не наждачкой не тереть. Наждачкой не тереть, ничего не надо, все аккуратно. То есть... попытаемся удалить крючочками, как говорится. Ну, без покрасочной. Без покрасочной, да. Прикольно. Надо будет посмотреть. Сохраним оригинальную краску, лак, структуру. То есть ну, машина не дешевая, как бы класс машины дорогой, поэтому покрашена она не кисточкой. Ну, 100%, да. Вся краска в оригинале. То есть здесь оригинале. Покрас дорогой, да? Покрас дорогой, очень хороший, очень красивый. Ну, посмотрим, цвет. Посмотрим, получится ли. Попытаемся, да. Что-то сделать, ну, самому ее, очень ее интересно. Вот она, если ты в сторону чуть отойдешь, да, очень видно, она хорошо. Вот она на пересвете, вот на прямо. На пересвете, на профиле, да. Видно, как отражается, волна идет. Ага, есть, есть. Гуляет. Есть, есть она, вот смотри, вот видишь? Ага. Вот она. Вот, ну. Вот, отлично вообще, супер. Супер, ну все, что тогда, давай. Начнем делать. Да, ждем. Сейчас. Ну, ты комментируй так, что делаешь. А, что делаешь, да? Что делаем? Что сейчас, значит, что мы делаем? Первым делом организовываем доступ к мятине. Ищем к ней подход. Возможно, будет какой-то усилитель здесь сверху стоит. Сейчас попробуем расширить, значит, стекольный проем и забраться сюда крючком через стекольный проем. Если не получится, значит, будем тогда уже разбирать обшивку. Смотреть, может, где-то здесь через... Ручку, может, снимем, попробуем добраться. Если нет, значит, обшивку, короче, по нарастающей. То есть первым делом попробуем через стекольный проем. Снимем подушечку. Такой набор медвежатника, да? Медвежатника, совершенно верно. Я даже где-то в магазах видел такие продукты. Ну, а назад оно все сложится. Да, все будет честненько. Ну, ничему не вредит, ничему не мешает. Так, отлично. Сейчас ставим свет. Будем посмотрим, что мы видим. Смотри, как сейчас она видна. Ну, вот мяч, она, да. Вот она. Вот, вообще, о, четенько, видишь, какая? Угу. Глубокая. То есть, кажется, да, на улице вообще под светом, ну, так, вообще по-другому. Под свет уже поставил.
Все, ну конкретно есть остров, здесь у дно. Сейчас, да. Первым делом нам надо прогрев. Сейчас вообще посмотрю крючочек. Сначала какой мне сюда залазит. Потом, если нет доступа, начнем греть. Первым делом мне надо посмотреть доступ. То есть возьмем дверной крючок. Дверной крючок возьмем вот этот вот. Сейчас проверим, что у нас по доступу. Есть ли доступ вообще отсюда. Дальше будем греть. Будем дальше подматывать. Ну, работать. Так, я встану. Все, отлично. Доступ у нас есть. Работать с крючком этим будем. Так, с чего начнем? Начнем с этого, да? Это приблуда для фена, да? Да, это приблуда для фена. Ну что? Это шумогрев. Прямо вмятие. Надолго надо греть? И сначала надо дождаться, чтобы фен нагрелся. Уже нагрелся. Острое дно у них. Тут удар был. Вот именно вот ребушка идет, птичка такая. Чик-чик. Конкретно когда остро сперлась.
потерялся, где она сейчас. Ну, надо будет все равно затрешку. Да, да, я да, вижу, да, я вижу. Затру. Я запомнил где. Здесь? Я посчитал по сантиметрам. По сантиметрам? С этого, да, потом начинается, а где она была? Что ты мне сделал? Да ничего ты не делал, да у меня ничего не было. Ну, так ее и не было. Ну, так ее, говорит, и не было, говорит, что ты придумал? Вот хорошо, когда есть вот такой монтаж, есть что показать, а это мозги, освежись, как я говорю, да? Подожди, я сейчас с той стороны. Главное, в яму не свалить. И вот она на лаке оставила вот этот след. Вот и все сейчас хорошо. Ничего не видно. Вот мы же светом смотрели границу. Так, давай вот так. Ну и галек. Не видно. Да? Все. Ну видишь, где перелом здесь. Это давай что-то отражай, да? Да. Ну это, с этой вот. Все. Еще сейчас на улочке запили 5 минут. Ну давай. Короче, в двух словах. Время. Время затрачено на ремонт, то есть 7 минут. 7,5. 7,5. Минут и результат, блин, офигеть. Ну результат есть. Ну если, скажи правду, что дверь поменял. Дверь поменяла, ну. Пришлось поменять, потому что мятина была рубленная, колотая, невозможно было справиться. Офигенно. И все, и она пришлось поменять дверь. Быстро поехали в сервис, купили новую дверь. И одели. Все, свет как-то. Нет, так ты так людей разводишь, что типа. Все попало, да, все красиво. Типа тип. Ну, вообще, смотри, как новенькая. Ну, красавица. Так, Вадик, что, мы еще снимаем что-нибудь? Ну вот, значит, что, справились мы с этим повреждением, да? Да, да. И понятно, эту работу будем мы еще что-то смотреть. Готов ты еще предоставить какую-то работу? Да, да, конечно. Будет сейчас человек приедет, будет интересная работа. Ну, то есть не прощаемся, да? Не прощаемся, да. Пусть люди подписываются, смотрят и в комментариях пишут и спрашивают, да, и ставят лайки. Спасибо. Все, давай увидимся. Давай, пока.